Всем привет! Приехал в Моторику за своим новым мотиком. Вот. Приехали К2R. Я приехал за 250, который на моторе Ланза. Сейчас зайдем посмотрим. Всем привет! Собственно, вот достали из коробки. Не стал его доставать, показывать, снимать, как там мы раскручиваем раму, да. Вот, собственно, достали мой мотоцикл. Вот, что можно увидеть сразу здесь, да, это, обратите внимание, какие фрезерованные траверсы. То есть, ни для кого не секрет, что эти траверсы уже ставятся на КТМ 23-го года. Вот, тянутся они равномерно, то есть, ковы тянут равномерно. Что еще бросилось в глаза, да? Порошковая покраска рамы. Защита радиаторов алюминиевая, фрезерованная. Такая достаточно качественная. Все по агрегатам. Вот. Так, машинка. Не могу сказать, чья копия. Возможно, это копия Brembo. Вот алюминиевый маятник. Выглядит хорошо, здоровски. Да, заметьте, эта модель идет без прогрессии. То есть амортизатор сразу крепится к маятнику. То есть амортизатор — полная копия VP. Так, на подвеске ничего не написано. Вот. Посмотрите, какой фрезерованный башмак. Такой прям. Вот. По диаметру похоже на 48-е перо, но мы сейчас это померим. Да, есть регулировка на сжатие, спусковой винт, чтобы спускать давление излишнее, когда вы гоняете интенсивно. Так, есть заглушка, подзаглушка, скорее всего, на отбой. Стандартная такая история. Вот, на топовых мотоциклах уже. Сейчас будем потихонечку его собирать. Соответственно, расскажу, что с какими нюансами я буду сталкиваться. Пластик, да, обалденный. В принципе, достаточно гибкий. Это мне нравится. Увеличенный бак. Бак прозрачный. Это плюс. Так. Дальше опускаемся ниже, уже есть защита рамы, такая прям, выглядит достаточно крепенько. Подножечка, резиночка, смотрите, подножка и резиночка на месте, ничего не оттопыривается, хорошо. Пружина хорошая. Так, цепь. По цепи, если честно, цепь бессальниковая, скорее всего, как стандартная китайская цепь. Покатались, вытянулось, выкинули, поставили нормальную сальниковую цепь. Звезда сразу стоит, смотрите, 52-я, то есть звезда тяговитая. Ловушка. Что у нас по передней звезде? По передней звезде стоит 11-я звезда, то есть мотоцикл. Сделана придача на тягу. Защита, приятный бонус уже такой, защита передней звездочки. Что здесь еще видим? Карбюратор 38-й Ниби. По жиклерам не знаю, буду смотреть. Мощностной клапан. В принципе, все выглядит добротно и хорошо. То есть вот, претензий к качеству нет. Качество, блин, обалденное. Качество на высоте. Мне нравится. Мягенькие патрубочки. Так, еще интересно был... Кстати, вентилятор. Вентилятор есть у него? Да, вентилятор есть в стоке. Это тоже большой плюс. Датчик есть на вентилятор. Соответственно, у нас должен вентилятор включаться по температуре. Проверим. В целом, мотик... Первое впечатление, конечно же, это приятное по качеству. То есть у меня до этого был Avantis 300 Pro. Вот. Я его, наверное, часов 6 собирал. Много там было нюансов. Здесь достали его только из коробки. Сейчас будем
собирать и, соответственно, уже смотреть там, ну, по как он будет собираться. То есть будут ли с ним какие-то там проволочки. Так, ну что, теперь посмотрим, что лежит у него в комплекте в коробочке. Сейчас откроем. Так, что-то жирненько здесь. Так, это что это? А, это защита перьев. Ага, Enduro. Зацените, какая наклеечка. Ладно. Посмотрим. Тоже Enduro. Так, дальше. Стропы. В комплекте уже идет... Так, это... Что это? Стропа, да, передняя. Передняя стропа. Крепится она к вилке и закрепляется на хомуты. Хм. Приятный бонус. Спасибо. О! Защита, защита рук. Зацените, какая защита. Что, посмотрите? Нет, не посмотрите. Тяжеленькая такая. А, она металлическая. То есть в пластмассе металл. Под пластмассом металл. Блин, приятный тоже бонус. Офигеть. Выглядит так прям добротно, как под карбон. Все проверим боем. Так, ну стандартный зубоотбойник. С красивой надписью К2Р. Счетчик моточасов. Хм, классно. Так, это... А, это крепить фару. Есть. Так, вторая защита. Мы наглянем. О! Так, а это защита рамы. Пойдет. Так, крепление к защите. Так, это что это? Такое красивое. Так, а это крепление руля. Еще одни резинки. О, блин, походу аккумулятор, да. Аккумулятор. Смотрим аккумулятор. Скайрич какой-то. Некислотный. Литионный. Вот, смотрите, литионный. 12-36 часов, да. Легенький. Кайфово. Пока все нравится. Еще по резине, вот, кстати, я хотел сказать, что резина у него 110-90-18, да. А, не нравится мне, что 90, да, то есть, ну, она слишком узкая. Резину сразу буду менять. И не нравится мне ее жесткость. Шашка такая жесткая. А, ставить, наверное, буду что-нибудь... 110 на 100 или 120 на 100, наверное, даже. По-хорошему, да, конечно, сюда воткнуть 140 на 80. 18-е. Ну, имеем то, что имеем. Уже отложил себе вот такое колесико Милливиль Кинда. 120 на 118. Вот. В таком вот. Пожирнее, шашка помягче. Вот. Посмотрите сразу, какой... толщины резина. И перед сразу поменяю. Перед поставлю Кинда Кнарли. Радиаторы я, наверное, сразу сниму. Поставлю себе клетку радиаторную. Закажу армы, поставлю клетку. Так, нету... Конечно, ну... Производителю нужно обязательно добавить сюда втулку, так как частая проблема на данных моторах загибает вал. То есть, по сути, вал стоит недорого, но потом приходится половинить двигатель, чтобы поменять этот вал. Вот, так что рекомендую, буду ставить обязательно втулку себе сюда. Есть такие комплекты, я видел, уже продаются. Ну, а возможно, уже и в дальнейшем данный мотик уже будет комплектоваться втулками. Ну, качество огонь. Качество огонь. Все. Пластик тоже огонь. Стыки все. Сидушечка классная. Держаться за нее ногами будет хорошо. Уезжать не будешь. Вот эти, конечно, фрезерованные траверсы. Это просто бомба. Блин. Класс. Класс.